Крем-брюле – это мягкий десерт, покрытый корочкой карамели. История крем-брюле. Три страны делят между собой право быть родиной. Это Англия, потому что его готовили в Тринити колледже. Это Испания, потому что каталонский крем, и он был известен с 16 века. И Франция, потому что первое упоминание было в книге «Шеф-повар герцога Орлеанского» в 1691 году. Именно упоминание о крем-брюле, о креме, который покрыт карамельной корочкой. Ингредиенты для нашего крем-брюле – это сливки, сахар, ванильный стручок и желтки. Все. Инвентарь для нашего крем-брюле. Миксер, сито, маленькая кастрюлька, три формочки жаропрочных для нашего крема, противень, в котором мы будем, собственно, ставить на водяную баню наши формочки, наш крем-брюле. Ну и самое главное, знаете, что это такое? Фломбер. Запоминаем по-французски фломбер. Ну, это вообще-то просто газовая горелка, но это фломбер. Вот именно так по-французски. Без этого не получится крем-брюле, поверьте. Зернышки ванили отделяем от стручка ножиком очень аккуратно. Сливки с ванилью разогреваем на плите, но не доводим до кипения. Цель – раскрыть аромат ванили. Желтки соединяем с сахарной пудрой и взбиваем на средней скорости миксера. Доводим ее до однородной консистенции. Процеживая через ситочко, мы вливаем нашу смесь уже в наши креманочки. Цель – избавиться от лишних пузырьков воздуха. Наливаем туда горячую воду до середины креманочек. И вот всю эту композицию ставим в духовку на 170 градусов и оставляем там на 40 минут. Готовый крем достаем из нашей духовки. Сейчас он остудится здесь до комнатной температуры, и я его отправлю в холодильник на 4 часа. После этого мы будем его украшать. Знаете, как проверяется готовность крема? Надо взять креманочку и немножко потрясти. Если вот пошла такая нежная волна, вот это он готов. Для подачи мы берем нашу креманочку с готовым кремом, посыпаем белым сахаром, берем фламбер, газовую горелочку и начинаем производить магические действия, которые превращают сахар в карамель. Mon cher ami, pour vous avec plaisir, crème brûlée, s'il vous plaît. Bon appétit! И пусть весь мир подождет. Не бойтесь экспериментировать, пробуйте, творите. Делайте лучше, чем я, и ставьте ваши пальчики вверх. Выйди, выйди, мама, на девочку красивая, такая девочка маленькая. Ну, какой такой красивый дядька. Да, Тимур.